балуешься. Купили, искали, искали. Взяли Диме только берцы. Взяли 43 размер. Но стельку, я купила стельки. Стельки мы попробовали засунуть туда 44. 43 вообще болтаются. Стелька туда идет 45 размера. Вот. Поэтому Диме, конечно, они будут немножко большеваты, но лучше положить. Я купила несколько пар стелек. В общем, сразу туда сейчас положим и еще в запас. Настя взяла себе вот такие в роддом. Сейчас отдельно положу, а то Диме отправим. Вот. О, Тома пришла уже, кинула тут все. Съездила на запал. Единственное, доча, мы это постирать-то плавки не успеем. Не высохнет ничего. Так, Настя взяла. Я вот показывала на наушники. И взяла себе вот такой. В ДНС заезжали за наушниками. Увидала вот такой отпариватель ручной. В общем, взяла. Ну, и будет и утюг, и вот так, не знаю, будет работать, не будет. Он стоит 2 с копейками. Взяла. Вот, и Диме контейнер я уже показывала. Набрали мы там лекарства Диме. Ну, в основном глазные капли. Так, ладно. Блин, у меня еще собрание. Сейчас тесто наведу. Буду хотя бы 2 заготовки. Все равно они там стоят, пылятся. И решили Диме тоже бананы. Это уж я предложила. Яблоки, груши у них там есть. Он еще в прошлый раз говорил. Ну, бананы-то и мандарины точно нету. Поэтому сейчас вот Настя помоет, пусть они обсохнут. Купила она мне курицу. Я сейчас почищу, замариную. Пока она маринуется, я как раз поставлю тесто. Яйца мы уже сварили. Остывают. Кефир достала, чтобы он это немножко нагрелся. Ну, сейчас девчонки, сейчас папка будет упаковаться. Коробки есть? Что, ничего не влезет, блин? Не знаю. Так, Тома делает уроки сегодня сама. Потом только почитаю с тобой. Угу. Все, давай, давай. Делай по математике. Угу. По поводу того, что Томины вещи тут, так там-то Даринины вещи. Там, и тем более она не достает. Пусть тут висит. Ладно, с приборкой потом. Сейчас уже паковаться будем. Ну, надо мне успеть. Еще собрание написала, не пойду. Я не успеваю ничего. Мама, я могу. Ты маме помогаешь? Ты умница какая, умница. Она делает начинку для пирожков. Ну, просто я теперь за то, что сама сделала. Все равно... Тесто. Ой, блин, тесто забыла накрыть. Ё-моё, бегаю туда-сюда. Дочек, оторви кусочек. Сверху накрой. Курицу уже замариновала тоже. Пусть постоит. Сейчас уже буду это ставить в духовку. Вася тут пакуется. Ой, боюсь, такая большая посылка в машину не влезет. Да. Ногами еще потопчить. Ногами еще потопчить. Надо было в маленькие коробочки. В маленькие. А они где-то под ним? Не знаю. Большой. Вон еще там сколько. Может, все-таки маленькие коробочки. Ох, повезете, будете там все перекладывать. Девчонки танцуют не в 5, в 6. Сынчик там собирается. Как всегда. Кто бы что ни говорил, Диму спросили, он сказал, и подушку, и одеяло, и покрывало, и полотенце, все надо. Все. Он, ну, без ничего совсем. Все упаковываю.
нательное, не забудь там, нательное. Пап, я тебе пакеты дала. Это все упаковывайте. Ну, ну. Тут еще вот. Тут еще. Так, масло чуть-чуть растопит, туда добавит, и все, сейчас начнем формировать. А я пока все-таки курицу поставлю уже. Переодевается. Санечка, переодевайтесь. Переодевайтесь, сейчас Настя всех увезет на танцы, там с ними побудет и вернется. Настя? Настя, да, с Софийкой. Так, пока они ездят, я как раз успею пирожки нажарить. Курицу мы уже поставили. А, начинки мне немножко не хватило, я сейчас колбаску порежу и вот так... Полумесяцем сделаю с колбаской. Блин, пузик этого я только снимаю. То есть побудешь там с ними, они там полчаса будут. Ну, не забудьте скотч. Налили мед, чуть-чуть уже осталось. Такой вкусный, прям вообще. Первое время он какой-то невкусный был, а сейчас такой вкусный. Но единственный минус, он вообще не... Ой-ой, тут полно все. Он не кристаллизуется. Не знаю, что это за мед такой. Но вкусный, прям реально вкусный. Знаете, вкус такой вот летний-летний. Легкий прям. Да, я помню, у нас, у моей одноклассницы родители держали пасеку. И вот когда они качали, вот этот вот запах, вот этого вот свежего меда, я до сих пор помню. И вот он прям вот реально так похож. Надо только эту банку перевернуть, только чтобы куда-то слить эти остатки. Да. Сейчас мы тут, это Диме мы налили. Пока дети на танцах. Нажарила я пирожки, правда, по-быстренькому, с луком, с яйцом. Такой получился тазик. И немножко совсем, штук 10, наверное, просто с колбаской. Готова у меня курица. Сейчас я ее выключу. Вот такая курочка. Тоже готова. И сейчас начну... делать с этим с Айрой, ну уже заливной пирог тоже приготовлю, сначала поставлю заливной пирог, потом посуду уберу. Вот и на этом все. Алина приедет на 19:56, они Алину заберут, Вася поедет с Настей, повезут, я дома с детьми останусь и Алину сразу заберут и сразу поедут на хутор, где живет тот мужчина, повезут коробки эти. Знаете, я так переживаю. У нас еще одна коробка стоит на улице, вот такая же большущая. Так, получается, вот таких две больших коробки, вот там еще. И здесь вот тоже положили. И сейчас еще курица, пирожки и пирог. Ох, я боюсь, что вот эти огромные коробки не влезут. Я им 5 раз сказала, как бы не 10. Надо в маленькие коробки, чтобы легче было распихать по машине. Ой, не знаю. Надеюсь, поместится. Настя, покоя нету. Сейчас экспресс поедет. Мам, я ничего сегодня не сделала для посылки. Вообще ничего. Да успокойся. Сколько моталось туда-сюда. Это ж попробуй-ка, сколько килограмм на себе таскать. Сейчас поедет в фикс-прайс, возьмет эти, которые эти, ну, готовят афольгированные такие, это, для готовки. Чтобы нам эти домашние ничего не тратить. Да, все упакую. Ну. Ой, опять что-то там набрали. Дети сказали, им нарисовали. Нарисование. Настя им прически делала. Так, все. Как раз успеваем. Как раз. Алина писала, она тут едет вообще? Да. Едет, она 19:56. Угу. Они сразу поедут, Алину возьмут и сразу 40 километров. Одна с хутора. Александровский, наверное, да? Нет, Новобейсукс. Короче, какая-то новая... Что-то новое. Нане. Да. Ну ладно. Здесь бейсужик второй вот там. Новый бейсукская какая-то.
Ну ладно, ладно. Ну, едут они, видишь, на этой машине, на, я думаю, что влезет. Я ему написала, говорю, у нас одна большая прям коробка, говорю, две небольшие, еще и газировка. Там целые, стоит тоже много, ну, прям. Да, он сказал, что влезет. Ну, слава богу, слава богу. Я говорю, еще контейнер с пирогами, он говорит, ну, у меня тоже на плечо стоит. Так, я тогда поеду, приеду и помою. А, хорошо, хорошо. А я все, я сейчас этот пирог поставлю и пойду тоже. Я сегодня на самом деле, я даже не заходила в YouTube. Я понятия не имею, что там творится. Дженечка, покаруль, как выключится, крикнешь меня, ладно? Сегодня ни стиркой, ничем не занималась. Ладно, завтра все. Завтра опять у нас зубной. Всей семьей. Тома, переодевайся. Пойду за компьютером посижу. Пирог почти готов. Еще на 5 минут на низ поставила. Прям совсем на низ. Настя уже все упаковывает. Что ты говорила? Что мы успеем? Не успеем. Я говорю, тяжелые очень коробки, а вы с папой вдвоем не сможете их унести. Я думаю, съездить Алину забрать, приехать и втроем, чтобы... Как вдвоем? Да прям все мы упрем. Кому твой только так утащили? Он нисколько не легче. Плохо упаковал. Вон еще есть, я купила. А, закончилось? Да. Выкини, доченька. Так, надо нам учебник все-таки заказать, наверное. Ну что это такое? Кто-то из родителей скидывает и читают дети. Или ничего? Или купить, или заказать? А что за учебник? Орака ТПС. Отдых на эр. По религии? По религии? Да. Не знаю, у нас он был... Он вообще, как сказать, просто дополнительно. Да, у нас был такой в школе. Помнишь, мы выбирали, кто-то на религию, кто-то на этику идет. Но нам на уроки выдавали. А нам сказали купить, потому что, типа, нет в библиотеке. Всем скидывают. И вот сейчас дети читают на моем телефоне. Да, мам, лучше закажи. И она сказала ей... Ой, такие деловые. Мама, купи нам фортепиано. Мама, купи нам гитару. Мама, купи нам... А сколько этот предмет будет длиться? Ну, до 6-го, до какого-то класса, не знаю. Купи нам, что там, акулеле сразу прячет. Мама, купи нам по... Не это? Ну, сказали... А пошать, чем мы помогаете родителям рассказать на всякий страшно. Мы это уже сделали. А это что? Это нам было свой урок, наверное. Ой. Это было. Я пробовала первый курс, так не очень удобно. Ну а как написать тетради, если наши тетради забрали? На листочках. Включайте мозги и делайте как-нибудь. Я могу просто буду сказать. Я помогаю плюсов мозга. Что это? Мало так сказала. Ухожу за животными. Я ухожу за животными. Мы нашего мусора, мы наши очистки. Ой-ой-ой, сколько дел. Я прибираю на кухню, хожу в магазин. Ой, не устала прибираться. Мам, я хотела фортепиано пятерки две. Молодец. Я хотя не учила слова, песни и ноты. Я спела наизусть ноты, слова, песни выучила. Поэтому мне поставили пятерку. Эго, мама, что скажи? По биологии все. Всем надо выступить, да, Софи? Все рассказывают, я тоже. Мне съеда. Скажи, что всем лет. Всем лет, что мне дам. А тебе сколько годиков? 7 лет. Тебе 7 лет? Да. Тебе год скоро будет, 3. Мне 7 лет. То мне открывай, не открывай. 7 лет ей. Мам, у меня сегодня по биологии 5. Я молодец. Ну, молодец. Сообщение правильное. Тебе 2 пятерки там поставили. Я уж все проверила. По биологии 5-5. А когда Алина? А мне? У тебя нет оценки сегодня по биологии. Я отвечала. Ну, не знаю. Я не знаю. Ничего не могу сделать. Что, время сколько? Ой, давайте пирог уже упаковывать. Езжайте. Алина там будет стоять, ждать, а то. Этого не утащит никогда. Он что? Ты...
Ты что, самую тяжелую один утащил? Я сказала. Ты что, Геракл совсем или что? Ай, папка, папка. Завтра будет валяться с больной спиной. Так, зашли домой. Я маму тебе помогу. Зашла. Еще две прям хватает. Иди домой. Мама, я по одной тебе. Нет, твои. Вот это мой. Мама. Иди домой. Смотри, какие непослушные. Какие непослушные дети. А, у папы машина тоже с окна. Машина даже с окна. Чего? Ой, ничего не видно. Почему-то у меня не включилось это. Почему у меня фонарик не включился? Ой, ладно, хотела поснимать. Игорь, а сок получит? Кока-кола. А кола, фу. Какой? Смотри, мы играем в ням-нямыча. Построила какой замок. Ням-нямыч? Пистолет, да? Да. Молодец. Дальше. Ты отгадал все цвета, да? Это цвета. А что такое? Это какой ты? Я тебе. Молодец. Давай кубик, который ты отгадал. Это какой ты? Иони. Зеленый. Зеленый еще. Стоп. Красный. Что это стоп? Желтый, да? Молодец. Ты сделала два задания. А карамелька, кожа, компот к тебе присоединились, да? На, приходи. Тома говорит, я вырасту, буду работать в садике. Что, Тома, тренируешься уже? Да. Ну, хорошая нянька. Целыми днями она с ней играет. Смотри. Софа, можно и не надоедает. Ну, иногда да. Все равно она говорит, я устала. Пусть дети тоже поиграют. А дети не умеют Софа играть. Софа сразу плакать начинает. Да, Саш? Корчик и компот. Только если чай с ними пьют. Карамельки и к нам. Корчик и компот. Молодец. А теперь давай. Ой, я уже спать хочу, не могу. Когда вернуться? Так красиво играет и стоит тут горшок. Уберите горшок. Какое красивое видео было, такое хорошее, доброе. Ты должна собрать за 10 минут. Давай, поехала, собирай. Да? Собирай. Что ты соберешь? Пиу-пиу. Пиу-пиу, да? Пиу-пиу. Пистолет, что ли? Ага. Зачем? Ням-нямыч хочет... Не знаешь? Посмотреть, что Соба заберет из оранжевого и желтого цвета. Санечка, пойдем, милая. Так, сегодня ничего не прибирали, не пылесосили, не убирали. Ничего вообще. Ну ладно. Зато доброе дело сделали. Кинчика, на выброси. Женечка пытается покормить Кешу. Так, пирог у меня прилип. Ну, все равно немножко. Не хочет. И мокрый только осталось. Ладно. Будем ждать, когда вернутся. И Алина должна еще приехать. Они это тогда ждались. Вы что так долго? Мы в ту сторону ехали долго, потому что, короче, он мне сразу объяснил, этот мужчина, что тебе типа, есть какая-то короткая дорога по полю. Мы поехали по полю. Все равно. Первый раз. Алишенька. Всем привет. Не знаешь дорогу? Вот туда доехали, выгрузились. Нас пригласили чай попить. Мы зашли, чай попили. Обратно уже быстрее намного приехали. Потому что уже все равно. Ну, долго уже. Ну, и дома сэкономили 20 километров. 30 даже. Представляешь, что привезла Саша? Что? Тиранина! Ура! Нифига у вас тут это? Ну, вообще 2 часа, блядь. Он лазит везде. Видишь, он сейчас он туда залезет тоже. Да.
Да, он сам уже залазил. Он пробил его в клетку. И слышал, как тебе пришел. Ко всем идет. Соба. Ой, ну ладно. Настя говорит, я звонила, время уже много, нету. Она говорит, они все оставили, потому что машина придет только в 4 утра. Он сказал, что даже еще побольше примеров поедет машина, не та, которую я показывала. Ну, все поместится, значит. Мам, папе. Сколько их человек поедет? Он, его повезут какие-то ветераны, да, они везут? Ну, помогают какие-то люди, видимо. И вот повезут его. Ну, понятненько. Так, ну ладно, как Олежь доехала? Не надо. Нормально. Нормально? Мы поехали, такие, она звонит. Она говорит, я думала, вы про меня забыли. Да мы тут пока грузились, и так время сколько было. Да пирог еще стоял. Ну, все равно, мы все успели, молодцы, все хорошо. Все. Уже послезавтра, да, будет на месте? Нет, уже завтра к обеду. Завтра к обеду уже доедут? Да, так в 4 утра выезжает, и все, и к обеду он уже там должен быть. Ну, то, что мы там все приготовили, чтобы ничего не пропало. Ну, она тоже жена у него пироги стоит печет. Мы даже не пробовали. А, ну хорошо. А он там прям с Димой, что ли, да? Да. А. Ну, ладненько. Так, ладно, дорогие мои. Много чего рассказал вам, то, что Дима мне рассказывает. Я буду говорить. Ну, а Дима, что тебе должен рассказывать? Расстраивать тебя, что ли? Конечно, да. Нечего тебе. Настя, а ему... я сейчас не расстроилась такая. Не, Настя ему такая, Дима, у вас там то-то, то-то. Он, да! Надо же, такой удивляется всегда. Никогда ничего не говорит. Ну и правильно, он всегда так удивляется. Она же там везде лазит, смотрит, всякие карты там все. А жена говорит, его тоже. Он говорит, мне тоже никогда ничего не сказать. Только сегодня, говорит, проболтался случайно. Так ладно, все, дорогие мои. Всем пока!